Инна Эрнестовна, скажите, зачем нужен такой день в календаре? 2 апреля всегда являлось днем уже очень много лет. Я даже не знаю сколько, но мне кажется, больше 10 лет день аутистического ребенка или день аутизма, всемирный день. Здравоохранение его отмечает. И у нас в Молдове уже, наверное, лет 7 точно, если не больше, а может быть и 10.